едем в Новотарманске. Река Тура. Здесь что-нибудь нарыбачим. Нифига он дал-то. Стандартная Нива на 29-х МТ-шных колесиках. Кто говорит, что Нива не едет? Нормально едет. Надо рулить только. Решетниково проехали. Начались сосновые леса. Интересное место. Так, ну и что тут? Дорожка идет. А? Свернули правильно, только я думал чуть дальше, а оно тут-то вот. Но. Смотри, можно здесь, вот здесь, видишь, машина стоит. А сейчас дальше прям там как бы тоже вниз. Ну поехали вот туда, ну. Поехали. Кепка летит, да? Вот, что-то есть в реке. Да, здесь застрянем, не до улыбок будет. Ладно, лебедка есть. Че, весь оффроуд? Да? Я теперь понимаю того, кто отзыв рассказывал про то, как удобно. Включил, повернул. Вообще красота. Включил, да, чтобы это да. Ускорено. Не, ну вот 128 гигабайт написано именно вот в этом качестве, выше среднего, почти максимум. С учетом этой стабилизации, я думаю, это тоже там как-то тоже накладывает на увеличение объема. Короче, 3,5 часа съемки. Нормально. То есть вполне нормально. Но. Ух ты, слушай, что так хорошее? Хорошее. Запись включил, Кирюх. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну. А не, грамм 200, не больше. Если не ёршик вообще. Опа, нифига нету, зараза. Кормушка пустая, почти. Червяки на месте. Можно поторопился. Да, может поторопился. Ну там, я так понял, куда я кидаю, не сильно глубоко. Так, чё-то клюнуло. Не знаю, чё. Сейчас узнаем. Надеюсь, не ёршик. Что-то покрупней. О, о. Так, так. Да ладно. Офигеть. Чё? Так у выхода только это сорвался и убежал. Маленький. Я его не увидел. Я почувствовал, что он это убежал. А, вот я вижу. О, ладно. Первый подлещик. Первый есть. Красава. Ну, ладно, давай. Ладно, а. давай. Ага. О, записал. Да? Вообще нормально. Да. Садись, короче, свадьба, походу, оттуда, с тех районов.
О, вроде подальше. Опа. Во, нормально. Метров 40-30 улетело. Ну-ка, Кирилл, оттуда скажи что-нибудь. Я хочу этот микрофон проверить, насколько нормально долетает звук. Погодка хорошая. Да. Комары не кусают. Машины чистенькие. Ну, так пока. Пока, да. Да. Я думаю, нормально будет писать. Кстати, уже немножко темнеет, да? То есть уже такая, уже пасмурная, сумерки небольшие. Как раз посмотрим, насколько. Кстати, у меня это чувствительность. Я смотрю так же. О, нормально.
А я еще прокачусь, не хватило мне холода сегодня. Ставимся к поле реки и посмотрим, как здесь дорожка.
Так, посмотрим, что тут у нас. Ой, какая красота. Опа. И место-то такое перспективное. Дерево, коряга. Хищник должен здесь быть. Ладно, уже начинает потихоньку солнце садиться. Пора домой.